Ребята, всем привет! Мы находимся в Бутово, это Потаповская роща, нежилое помещение свободного назначения. Не так давно был произведен капитальный ремонт, включая всю электрику, сантехнику, возведение и демонтаж. Давайте пройдемся. По левой стороне от застройщика досталось одно огромное помещение типа студии, соответственно, три разных собственника. Что мы сделали? Мы возвели стену из газоблока, газоблок десятка. Возвели стену, соответственно, разделили данное помещение, сделали отдельную комнату, офис и санузел. Сделано по проекту. Давайте пройдем. Электричество. Так, вот здесь вот у нас идет стена, соответственно, из газоблока. И частично вот здесь вот. Тот кусок стены он был. Такая вот у нас комнатка. Имеется 4 розетки. Выключатель. Включает, выключает парный. Раз, 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 раз. Поехали дальше. Санузел. Так, также по правой стороне, как я уже говорил, стена из газоблока возведена, унитаз, гигиенический душ, все под ключ. Короб здесь полностью идет, вся сантехника, непосредственно все коммуникации, раковина, все соответственно работает. Две розетки защищенные. Общий зал. Что было сделано? Возведение стены из газоблока. Газоблок, повторюсь, десятка. Механизированная штукатурка. Стяжка пола. Шпаклевка. Покраска. И непосредственно уже керамогранит. Обычно соль, перец. Соль, перец 30 на 30. Электрический щит. Установка дверей, легкая покраска цоколя, соответственно, плитка. Это соседнее помещение уже. Вкратце так, ребят. Еще раз кружочек дам. Данное помещение полностью готово под общепит. Электричества здесь хватает. Спокойненько заедет виноводочный, небольшой магазинчик. Тот же Валберис. Давайте посмотрим электрику. Пардон. Всем пока.